Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет о подпорных стенках. Что такое подпорные стенки, для чего они вообще существуют и нужны ли они вообще? Сзади меня, как вы можете наблюдать, один из видов и способов формирования подпорной стенки. Сейчас подойду поближе, но надеюсь, что издалека вам лучше даже видно. Что такое подпорная стенка? Это сооружение рукотворное. Для чего? Для того, чтобы не было осыпания грунта. Осыпание, обрушение, сползание грунта. Уже в формулировке кроется ответ, что она должна подпирать что-то. В данном случае именно грунт. Нужна ли вам подпорная стенка на вашем участке, на вашей территории? Все зависит от вашего желания, как она будет вписываться в ваш проект. Ваш ландшафтный проект. Еще зависит от того, есть ли необходимость вообще в этой стенке. Смотрите, если уклон достаточно большой, и, например, наверху у вас построен дом, и дом это достаточно тяжелый, вы должны понимать, что вся эта конструкция так или иначе будет давить на грунт, на почву. И, соответственно, может возникнуть осыпание почвы, обрушение вблизи. Таким образом, в данном случае подпорная стенка рекомендуется красиво вписать в ваш ландшафтный проект. Это такие кубы, внутри достаточно крупные камни, сантиметров по 12-15, такие специальные металлические сетки, в которых были насыпаны эти камни, и они еще друг с другом скрепляются для более прочности, более надежности. Почему именно в этом месте здесь сделали эту подпорную стенку? Потому что здесь максимальный уклон у горы. Посмотрите сбоку. На этом месте самая, так скажем, опасная зона, зона, в которой может произойти осыпание грунта. Смотрите поближе это сооружение. В самих кубах камни, они практически одной величины. Некое подобие пирамид. Внутри проволока, а сверху обмотка. Так как это находится рядом с морем, и с постоянной влажности, от соленого воздуха, конечно, может быть такое явление коррозии металла. Здесь эту проблему решили. Один куб, рядом второй, третий, следующий этаж можно назвать. Все это еще скреплено между собой обязательно. Вот такая вот конструкция. Здесь, в принципе, она вписывается полностью в пейзаж, так как пейзаж здесь натуральный, выполнен из камня, живая природа. И эти камни, они даже издалека смотрятся как натуральное природное строение, как гора. Когда только подходишь ближе, понимаешь, что это рукотворное изобретение. Интересно знать, как вам нравится такая подпорная стенка. Хотели бы вы у себя на участке иметь что-то подобное? Напишите в комментариях. Еще одна подпорная стенка практически рядом расположена. Но, как я говорила, что здесь самая такая зона, где возможно осыпание грунта. И таким образом расположили. Здесь видно, даже в виде ступенек, видите, как уложили. Один из вариантов подпорной стенки может выглядеть вот таким вот образом. То есть это в несколько слоев положены камни, сверху плитка
любая, может быть керамическая, может быть каменная плита. И видите, как устроена в форме скамеечек, но также выполняет функцию и по подпорной стенке, потому что здесь также очень крутой склон. Идемте посидим. Очень удобно, превосходно. То есть можно совмещать красоту и функцию, полезность самого какого-то элемента на вашем участке, потому что каждый элемент на территории, если он продуман, он находится в нужном месте, а это правильно по проекту на стадии планирования и проектирования. Таким образом, у вас будет гармонично созданное пространство, красивое, удобное и функциональное. И, конечно же, эксклюзивное, так как каждый проект, он несет свою уникальность. И здесь тоже подпорная стенка несет как функцию укрепления самой почвы, так же и декоративную функцию, вписывается прекрасно в этот ландшафт. Желаю вам красивых подпорных стенок на ваших участках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Планируйте, фантазируйте, у вас обязательно все получится. Пока-пока!